Томат — желтая ракета. Высокорослый, среднеспелый, салатного типа. Плоды образуют примерно от 150 до 500-600 грамм. Плоды очень плотные, могут полежать, желто-оранжевого цвета. Внутри практически одна мякоть. Вкусные, сладкие. Выращивался у меня в два ствола. Так у плодов было на нем гораздо больше, но, к сожалению, в этом году было так жарко, что томат пострадал от вершинной гнили. Вот здесь вот тоже начинала она развиваться, но остановилась. Не сорвала, не выбросила этот томатик. А так, несколько томатов, наверное, штук 5 или 6, я удалила с куста. Вот этот вот томат примерно весом грамм 550. Завязывал без пропуска кистей. Там вверху уже тоже вот есть завязи томатные. Чем он хорош еще? Его не нужно подвязывать. Обратите внимание, хоть и вес достаточный у кисти, томаты крупные, мощные, она выдерживает. Это немаловажно. Меньше возиться с томатами. Томат — желтая ракета.